На этом участке уже готовая шлема, да, получается? И что здесь выполняют? Какую операцию? Ну, смотрите, вот здесь женщины клеем приклеивают такую резиновую окантовку на острые края шлема, как мы видели, как станок производит эту резиновую окантовку, а здесь ее приклеивают. Это сборка? Да, это самое начало сборки. Мне уже начинают проклеивать резину. Скажите, а сколько времени требуется для того, чтобы после вот приклеивания резиновой ленты все это высохло? То есть можно было дальше там, на следующую операцию передавать шлем? На самом деле нисколько времени не нужно, то есть здесь используется такой клей, что сразу все быстро сохнет. Мы главное здесь на этой стадии проверяем, чтобы вот эта резиновая лента, окантовка, она была нанесена ровно и ни в каких краях там ни в каких местах не откреплялась от шлема. Okay, а вот на этом станке, например, прикрепляют лямку, которая удерживает шлем на подбородке. На этом участке подготавливают, ну или собирают подбородок шлемов типа модуляр или флипап еще, как они называются. Видите, вот здесь уже собраны готовые такие подбородки, их осталось только установить на шлем. Видите, женщины устанавливают все вот эти детали, то есть отсекатель дыхания, какие-то элементы, фиксирующие подбородок на шлеме, застежки и прочее, кронштейны, например, да, и прочие детали. То есть все это устанавливают здесь, и дальше уже подбородок поступает на следующую операцию. Ну вот, можете увидеть, здесь детальки пока не собраны, то есть здесь еще ничего на них не установили, на эти подбородки, и тут установят весь необходимый крепеж тоже, отсекатели дыхания, защиту подбородка, то есть все это отдельные детали, и потом все это тоже поступит на следующую операцию. Кстати, классный цвет. Ну, да, правда. На самом деле сам подбородок просто черный, а сверху нанесены наклейки. Смотрите, вот здесь сборочная линия, на которой собирают шлемы из карбонового волокна и из стекловолокна. То есть, а рядом вот там есть еще одна линия, на которой собирают обычные шлема из АБС пластика. А еще выше на этажах, там находится еще 6 линий по сборке обычных шлемов из АБС пластика. Скажите, а здесь вот мы видим уже шлемы типа флип-ап или модуляр, на которых уже установлены подбородки, когда они успели это сделать? Но на самом деле их подбородок прикрепляют здесь же, только видите, на этой линии они сделали уже это утром, а сейчас уже время после обеда, они уже делают другие операции. Что значит вообще на этой линии собрать шлем? Какие операции они выполняют? На самом деле здесь устанавливают подбородок, устанавливают визор, вклеивают пенопластовую вкладку. И вот это и есть сборка на этой операции. Mm-hmm.
The sun visors. Yep. Yeah. Not certificated. Скажите, а вообще вот эти все стикеры, графику всю эту в виде стикеров, вы ее сами производите или как? Ну, на самом деле нет, мы заказываем другой компании, у нас есть производитель-поставщик. Скажите, сколько шлемов собирает вот такая одна сборочная линия за день, за смену? Но на самом деле, например, открытые шлемы, простые шлемы, то есть они собирают в количестве 1000 штук за смену. А как вот эти шлемы, то есть флип-апы, более сложные модуляры, они собирают примерно 600-700 за смену. Здесь еще раз уточняют, сколько штук производит такая одна сборочная линия. Но цифры те же, то есть 600-700 флипапов, например, и 1000 штук обычных открытых шлемов за одну смену. That seems to be so much. 600 to 700. 600? Yeah. 600, right? Yes. Yep. And for open face can produce 1000 pieces per line. Да. Открытых шлемов собирает почти в два раза больше, потому что это более простой шлем. У него нет подбородка и многих других деталей, которые есть, например, у шлемов типа Flip Up, которые посложнее. That's also work